Уважаемые коллеги, в этом видео мы представим развитие технологии Truck Ruler для автоматического распознавания номеров и конфигурации транспорта во время проезда. Представленная схема состоит из трех камер. Две для определения номеров спереди и сзади, и третья для определения конфигурации транспортного средства. Госномера определяются первыми двумя камерами в каждый момент времени. Система фиксирует номер, как только он был распознан. Алгоритм также отличает кабину от кузова, поэтому транспорт может проезжать в любую сторону. При попадании транспорта в зону видимости боковой камеры номер 3 происходит определение всех параметров транспорта. Это тип кузова, конфигурация осей, все расстояния и с недавних пор также нагрузки по тележкам порожнего транспорта. То есть в полученную модель вполне можно проводить расчет погрузки грузов с хорошей точностью. При наличии полотных весов точность будет еще выше. Представленная система полностью автоматическая, то есть не требуется ни оператора, ни шлагбаума, в остановке транспорта также нет необходимости. При использовании данной технологии вы будете знать, какой именно транспорт приехал на погрузку и как правильно его погрузить. Спасибо за внимание.